Стало уже хорошей традицией в новогодние каникулы отправляться в новогоднее путешествие по Чувашии. Мариинский посад встречал гостей 5 января. Музеи купеческого и крестьянского быта подготовили программу «Зажгись в камине огонек, зови на танец, паренек». Гостей учили основным элементам старинной кадрили. Святки гадать узнали интересный способ. Татьяна, бери мулик зерна волшебного. Щепоточку. Да. На ладошечку. Теперь загадай желание свое скровенное. Загадала. Теперь ладошку открывай и как на ромашке считай. Сбудется, не сбудется. Сбудется твое желание. В само Рождество в Цивильске не побоялись морозов. Здесь водили хороводы на улице. Назвали «Гуляй на святки без оглядки». Здесь можно было покататься на санях и купить поделки местных мастеров. Всего в маршруте новогоднего путешествия было 7 муниципалитетов. Специалисты уже посчитали. В этом году в акции участвовали более 4000 человек.